Итак, мы продолжаем крутить стопу, да? Размяли ее, размягчили. Чтобы сделать манипуляции мануально с ней, переносим, ну вот смотрите, сначала держу за голень, за лодыжку, да? Стопа отдельно работает. Накладываю на нее руку, большой палец отдельно на пятку. Как, знаете, вот теннисную ракетку в малом теннисе мы держим, да? Вот схватили так плотно и раскручиваю мощными энергичными движениями в одну и в другую сторону. Потом переношу ногу, ой, в смысле руку, на соединение лодыжки с костями стопы. А эту руку чуть сдвигаю. Раскручиваю вот эту зону. Потом переношу руку на пятку, отдельно пятку и отдельно эти косточки раскручиваю. Переношу ногу, руку выше. Здесь эта рука сползает к большому пальцу, мы отдельно его раскручиваем. Можно пальцы отдельно уже... Давайте носок снимем, так красивее, наверное, будет, чем еще в носке. Ну, это как бы уже не массаж, а мануальная терапия, поэтому тут мы масло не используем. Вот эти пальчики с этой стороны массируем, массируем, разглаживаем их мягко. И между ними разглаживаем. И потом поддавливаем в них вот, до характерного хруста. Зацепляем, как бы лассо такое одеваем на сочленение пальца, чуть его загнув. И удерживаем на себя. Потом размассировали вот эти косточки с этой стороны, к сожалению, вам там не видно. Ну, вот эти вот. Между косточками пальцев, да, на внешней стороне стопы. Внутреннюю сторону мы захватываем отдельно. И вот отдельно как бы их друг от друга массируем в разные стороны. И стараемся как бы разжать, раздавить эту стопу. Это мы ее подготовили. Теперь такой же захват оставляем и разворачиваем стопу во внутреннюю сторону. Перпендикулярно, соответственно, голени. Раз, два, можно так три, ну три области приложения сил. В трех местах можно щелкнуть. И потом резко меняем захват, вот он такой плотный, и скручиваем ногу в другую сторону. Если пальцы достаточно жесткие, да, у человека, ну вот не получается так щелкнуть, да, можно взять прямо за пальцы и резко в него. Потом ставим руку на пятку и саму вот эту часть стопы тоже в сторону пятки. Все, так, с этой стороны мы закончили. Ну, а в следующем видеоролике вы увидите и узнаете, как мы работаем, мануальные терапевты. Все вот эти приемы делаем с ногами, с передней стороны корпуса человека. Поэтому не отключайтесь, будьте с нами на нашем канале, ставьте лайки. И Олег Алав Гудвин вас всему научит. Обещаю.